Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня, ребята, мы вместе с вами поиграем в игру «Приключения Огонь и Водички в джунглях». Давайте, ребята, посмотрим, какие приключения сегодня ждут наших друзей. Так, здесь есть, ребята, какое-то колесо. И оно опасно для наших Огонька и Водички. Перепрыгиваем. Ой, а это что такое, ребята? Это тоже для нас, по-моему, очень опасно. Осторожнее. Тоже сейчас попробуем перепрыгнуть. Отлично. И не забываем, конечно же, собирать рубины. Ой-ой-ой. Так, подождем водичку. Осторожнее. Перепрыгиваем. И отлично, первый уровень пройден. Ребята, а вы уже играете в эту игру? Если да, то не забудьте поставить свой лайк. Ой, посмотрите, ребята, здесь есть динозавры. И они еще стреляются, они тоже, ребята, опасны для наших Огонька и Водички. Так, подбираем рубин, отлично. Ой, наш Огонек упал вниз, сейчас попробуем поднять его вверх. Водичка помогает, молодец. Перепрыгиваем. И сейчас, ребята, поможем перебраться водичке. Есть вот такой классный цветочек, по которому водичка перебралась поближе к выходу. Так, ой-ой-ой, как же перепрыгнуть этого динозавра? Давай быстрее-быстрее, водичка. Отлично, и у нас следующий уровень. Ребята, а как вам эта игра? Если нравится, то поставьте свой лайк. Отлично, запрыгиваем наверх. У нас, ребята, здесь есть какие-то рычаги. Посмотрим, что они открывают. Ой, здесь заперто ли? Ребята, посмотрите. Здесь какая-то веточка. И она перекрыла нам выход. Как же нам его поднять? Так, это поднимается платформа. А, ребята, посмотрите, вверху есть рычаг, похожий на веточку. Сейчас попробуем его подвинуть. Так, прыгай, водичка. Отлично, выход открыт. Забираем рубин. И двигаемся к выходу. Подождем нашу водичку. Так, поднимаем платформу, чтобы нашей водичке было удобно перепрыгивать. Вот так. Ой, какая молодец! Как она хорошо прыгает, наша водичка! А Огонек упал вниз. Ой, ребята, водичка тоже упала вниз. Поднимаемся вверх. Сейчас заберем рубины нашей водички. Ой-ой-ой, снова упали. Так, подпрыгиваем. Давай, давай, водичка. Отлично. И последний рубин. Ура, ребята! И у нас следующий уровень. Какие же приключения ждут нас дальше? Давайте посмотрим. Осторожнее, здесь, ребята, тоже есть болото. Как же нам перебраться? Давайте попробуем сбросить ящик нашему Огоньку. Так, отлично. Перепрыгиваем. Прыжок. Давай, водичка, спускайся. Перепрыгиваем. Замечательно. Ребята, посмотрите, внизу тоже у нас стоит веточка, которая перекрыла нам выход. Нажимаем рычаг. Отлично. И осталось, ребята, по одному рубину у наших героев. Так, Огоньку удалось перепрыгнуть динозаврика. А осталось водичке пройти динозавра. Перепрыгивай, водичка. Молодец. Отлично, следующий уровень. Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных для себя видео. У нас, ребята, здесь есть платформа, по которой нам нужно перебраться.
Ребята, посмотрите, здесь рубин есть синий и красный. Значит, нам нужно будет по очереди покатать на платформе наших героев. Сейчас подберем красный рубин нашего огонька. Есть, отлично. Так, прыгай, огонек. Перебираемся поближе к водичке. И сейчас покатаем на платформе нашу водичку. Запрыгиваем. Отлично. И подбираем рубин. Есть, замечательно, можно двигаться назад. О, ребята, как же нам быть вверху? Вверху нас ждет злой дракончик, который стреляет с огоньком. Так, запрыгиваем вверх. Давай, давай, огонек. Огонек, ребята, у нас пошел первым исследовать дорогу. Подпрыгиваем, отлично. Ребят, посмотрите, вверху есть снова цветочек. И он, наверное, для нашей водички. Быстрее, быстрее, водичка, прыгай, прыгай. Так, нужно нам на другую сторону, водичка, тебе еще. Нужно подобрать. Отлично, и двигаемся к выходу. Ура, ребята, следующий уровень. Так, снова у нас опасные колеса. Перепрыгиваем. И осталось перепрыгнуть нашей водичке. О, ребята, посмотрите, вверху кто-то чем-то стреляется, подпрыгиваем. Быстрее, быстрее, огонек. Так. Замечательно, огонек уже вверху. Давай, водичка. Осталось тебе пройти опасности и препятствия. Есть. Подпрыгиваем. Осторожней, быстрее, быстрее. Запрыгиваем на платформу. Поднимаемся вверх. Вверх, ребята, отправим водичку. И водичка сейчас нам снова нажмет рычаг. Поднимаемся огоньком. И собираем свои бриллианты. Отлично! Ого, ребята, здесь будет у нас посложнее. Огонек уже пробирается вниз. Поднимаем водичку. И спускаемся вниз. Отлично. Так. Да, ребята, очень сложные. Дальше пошли уровни. Осторожнее, чтобы не упасть вниз, ребята. Потому что вверх нам потом никак не подняться. Так. А в принципе, нашему огоньку можно уже спрыгивать вниз. Снова у нас динозаврик. Вот так перепрыгиваем. Отлично. Осталось перепрыгнуть нашей водичке. Спрыгивай, водичка. Ура! Отлично. Следующий уровень. Ого, ребята. Здесь у нас есть болото. Есть ящики какие-то вспомогательные. И снова есть цветочек для нашей водички. Давайте, ребята, посмотрим. Так, вот этот ящик нам нужно подвинуть, ребята. Вот сюда, поближе к рычагу. Что это у нас за рычаг?
Так, двигается вот это бревно, понятно. Ой, ребята, посмотрите, есть еще вот внизу рычаг. Давайте посмотрим, что это за рычаг. Это двигается платформа вверх. Так, наша водичка уже попрыгала вверх. Водичка, спускайся, наверное. А, посмотрите, ребята, вот нам нужно открыть еще выход, который заперла нам веточка. Сейчас мы подвинем ящик. Так. Поднимаем водичку. Водичка откроет нам выход. Есть. Теперь спускаем водичку. А водичке не перебраться без помощи огонька. Давай, огонек, поворачивай рычаг. Отлично. И водичка у нас уже на другой стороне. Отлично. Теперь, ребята, нашему огоньку нужно подняться вверх. Подвигаем рычаг. Сейчас. Так, ребята, что-то, по-моему, не так. Нам нужно вернуться все-таки назад. Да, подвинуть вот этот рычаг, правильно. Теперь нас водичка подымет вверх. Забираем бриллиант наш. И сейчас снова пододвигаем рычаг. Теперь можно подниматься вверх. Отлично! Двигаемся к выходу. Ура, ребята! И следующий, 9-й уровень. Так, ребята, здесь, мне кажется, будет уже посложнее. Огонек уже побежал вперед. Исследовать дорогу. Осторожнее, перепрыгиваем динозаврика, отлично. И попробуем пройти второго динозавра. Ой-ой-ой, прячемся. Водичка тоже, ребята, пробует пройти динозавра. Перепрыгиваем. Молодец! Ой, прячься, огонек! Смотри, сейчас динозавр будет стрелять! Ух ты, молодец! Получилось перепрыгнуть динозавра! Давай, водичка! Не бойся! У нас все получится! Спрячемся внизу! Так, отлично! Так, ребята, как же его лучше перепрыгнуть? Сзади или когда он к нам повернется? Так, сейчас он стрельнет. Давай, давай! Ура! Молодец, водичка! Какая ты быстрая! И отлично, ребята! Следующий, 10-й уровень. Ребята, ну а какие приключения ждут наших героев дальше? Обязательно смотрите в следующих наших сериях. На сегодня у нас все. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!